Город Марду вполне может считаться спортивным феноменом, причем не только в пределах нашей страны. Скажем, по числу воспитанников мардуского футбола, задействованных в сборной республики на 1000 жителей, этот 16-тысячный сосед Таллина превзошел и столицу, и прочие крупные города Эстонии. Не лишне напомнить, что и Константин Васильев, лучший в последние годы футболист в нашей стране, тоже начинал играть именно под руководством легендарных мардуских тренеров Брылина и Круглова. И все они прошли через подобные детские турниры, благодаря которым дети получают возможность помериться силами с представителями других футбольных школ и традиций. Эти турниры проходят уже лет 20, как работают наши тренера, и Валерий Брылин, и Александр Круглов. Но вот в таком масштабе, где-то это уже третий у нас турнир получается. В прошлом и позапрошлом году приезжали «Динамо Москва», и в прошлом году «Санкт-Петербургский Зенит» приезжал, и сегодня они у нас. Вот, было такое время даже «Динамо Киев» приезжало к нам. Уже с малых лет юные футболисты приучаются до изнеможения работать на тренировках. И участие в турнирах – это своего рода праздник футбола, одновременно позволяющий получить бесценный игровой опыт, навык взаимодействия и командных усилий, отточить волевые качества характера. Проигрывать, как, впрочем, и побеждать, тоже надо уметь и учиться делать из этого свои выводы. Пригодится это ребятам определенно не только на поле, но и в жизни. Это большой психологический вопрос, потому что дети разные, и приходят родители тоже разные. А надо найти общий консенсус между детьми и родителями, и тренером, и тогда работа пойдет. А турнир очень хорош тем, что, в общем-то, в преддверии чемпионатов, открытие чемпионатов второго круга. Это как раз большая практика игровая, ребята получают ее. Поэтому в этом плане очень хорошо. Встречи нужны детям для обмена, для им интересно. Не то, что играют здесь только в Эстонии, то, что приезжают такие команды, как «Зенит», «Динамо Москва» в прошлом году приезжала, поэтому детям с ними очень интересно играть, а не только вариться в собственном соку здесь, в стране. Это чувствуется потом на ваших дальнейших занятиях? Да, эмоций очень много. Эмоций у детей очень много, это чувствуется у них подъем вдохновения после этих турниров. Кубок Марду проходит под эгидой и при поддержке мэрии, новое руководство которой намерено в ближайшее время увеличить поддержку спорта в городе как качественно, так и количественно. Коснется это и футбольного турнира. Одним из основных видов, которые у нас очень хорошо развиты, и, конечно же, футбол. Достаточно сказать, что сборная Эстонии по футболу в различное время, да и сейчас еще некоторые игроки играют, в общей сложности 7 человек. Такие известные футболисты, как Константин Васильев, Дмитрий Круглов, из молодого поколения Субботин. Так что в этом плане мы поставщики игроков сборной Эстонии. Одним из наиболее привлекательных для зрителей частей Кубка Марду по футболу является традиционный парад открытия и церемония награждения победителей. Турнир завершится в субботу, и организаторы и участники приглашают всех в ближайшие дни на трибуны, чтобы поболеть за наших и порадоваться за футболистов из разных стран, объединенных одной страстью. Дмитрий Кукушкин, Роман Силла, Первый Балтийский канал.